26 ноября около 20 минут сотрудники ГИБДД преследовали автомобиль «Шевроле Круз», не остановившийся на требование на улице Советская. Совершив при уходе от погони несколько ДТП, едва не сбив пешеходов, «Шевроле» уперлась в тупик на улице Серебряная, и водитель, выбежав, пытался убежать от инспекторов ДПС. Его поймали в районе мечети. Скажите, почему вы уходили? Почему вы не остановились на требование? Нарушитель, 31-летний мужчина, сказал патрульной службе, что собирался остановить машину и убежать еще раньше. Не ожидал, что его будут преследовать экипажи. Боялся того, что обнаружится, управлял машиной без прав. Прав человека лишили в 2017 году за управление в нетрезвом виде. И вот теперь новое нарушение. Сотрудники ГИБДД сообщили, что на этот раз чудом обошлось без жертв. Уходя от погони, «Шевроле» несколько раз вылетала навстречку. Нарушитель будет проверен на наличие в организме алкоголя или наркотиков. Составлен ряд административных протоколов.